Безответственные родители. По данным МВД, в республике чаще всего права ребенка нарушаются со стороны родителей. Согласно статистике, за прошлый год в отношении несовершеннолетних совершено около 1000 преступлений. Из них больше половины законными представителями ребенка. По словам специалистов, основными причинами совершения преступлений становится алкоголь. Также с 2013 года не снижается количество семей, находящихся в социально опасном положении. Когда ребенок маленький, обычно нарушаются его права в семье. А когда ребенок подрастает и переходит в образовательное учреждение, это может происходить в образовательных учреждениях. Это детский сад, это школа. И, конечно, есть нарушение прав ребенка от сверстников. Это может быть со стороны вот, технических средств. Например, у нас сейчас мы работаем над созданием безопасной среды в населенных местах.